Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, выходит видео про пельмени, и давай, пожалуйста, поставь-то, елки-палки, свой большой княжеский лайк, будет очень круто, делаю для вас задание набрать 1000 лайков, весьма буду благодарен. Что у нас получается? Что это? Это бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля, без доната, вот все, ребята, как вы любите, без доната развиваю. А вот сейчас я вам все расскажу, я выбил нового героя, надо забрать ништяки, навести порядок и вообще расскажу, что происходит на аккаунте. Может, поштурмуем какие-то локации, может, что-то прокачаем. Я, ну, сколько времени хватит, вот 20 минут постараюсь видео сделать, вот, и как бы в 20 минут, я надеюсь, мы, ребят, уложимся, потому что, как бы, думал взять что-то там, начать, короче, по полной программе, там, серьезно брать, прокачиваться, да, но только проблема, ребята, в том, что, как бы, самоцветов-то нету, с самоцветами это все грустно, очень грустно, так что вот такие вот дела. Короче, чего хочу начать, видите, самоцветов ни хера нету, почему нету самоцветов, потому что я все время за 200 самов арендовал, скажем так, трех строителей, и что-то как-то обидно, что я до этого не додумался раньше, может быть, у меня уже была шестая таблетка, но хочется очень шестую таблетку, понимаете, друзья? Ну, как бы, с другой стороны, самоцветы очень нужны на то, чтобы брать и делать хотя бы первую эволюцию какому-либо герою, потому что, ну, хранилище золота, ребят, не хватает. Так, и места у меня сейчас на складе не хватает. Вообще, просто самоцветы улетают в пух и прах, ребята. Так, слушай, может, все-таки эту начать прокачивать? Ну, давай потихоньку будем прокачивать. Ну, как бы, самоцветы тоже потом сэкономим. Смотри, так, что мне осталось? Осталось, так, здесь, да, осталось. И вот эти вот штуки остались. О, ну, будем надеяться, что нормально все будет. По крайней мере, ну, короче, 7 зданий мне надо на максимум прокачать. Не хватает места на складе. Это означает, что мы сейчас тут что-нибудь с вами, а какие-то ништяки пооткрываем. Вот, и еще, как бы, у меня большая просьба, может, не просьба. Ребзи, давайте я вам спалю тут одну акцию. Заходим, она еще есть, не знаю, или нет, или... А, вот, еще есть возвращение домой. Кому не трудно, у кого еще осталось, елки-палки, вот промокодик, помогите пельменю, потому что, как бы... Не, сейчас, конечно, начнутся разговоры по поводу того, что, о, ко-ко-ко, это так нечестно, все честно. Также бездонатные аккаунты берут себе и самоцветов накручивают. Если хотя бы один человек поможет в этой фигне, да, то это уже будет невероятно круто, это будет большущая помощь аккаунту, вот, потому что я что-то взял, спалил там, спалил, грубо говоря, на основном аккаунте, мне просто даже ничего не просил, мне уже накидали. Так, смогу я забрать сундук? Вот, сундук я смог забрать. Так, самоцветов у нас становится, ой, самоцветов становится больше. Так, надо нам места на складе освободить. Я купил бы вообще места, но, опять же говорю, у нас все очень грустно. У нас ситуация сложная, знаете, типа, вот. Как говорится по поводу отношений, все сложно, знаете, такой статус ВКонтакте. Все очень сложно. Ну, как бы, с другой стороны, мы ради этого и начали эту рубрику, да, бездонатную. Вот, так. Давай тут... А, вот что еще. Вот это надо сразу... открыть, а то у меня там нехватки этих яиц. Так, это мы тоже открываем. И это у нас как бы все хорошо. Это мы тоже открываем. О, уже грубо говоря, 11 мест. Значит, заходим сюда. А, вот заходим. Ништяки сейчас все откроем. Потом уже я вам покажу, короче, какого героя выбил. А хотя, может быть, вы уже и видели. Просто тупо с бесплатки, друзья. С бесплатки упал Космо. Сегодня мы его будем открывать. Космо невероятно крутой. Он меня вымораживает, когда я встречаю на чужих аккаунтах Космо. Когда там битву гильдии прохожу, еще что-то. Но опять же проблема. Я его не могу прокачать, потому что нету самоцветов. Я его прокачаю до 160 уровня. Но эволюцию сделать не смогу, понимаете, в чем проблема? Эволюцию сделать не смогу. Плюс у меня как бы нету КГш. Короче, все. По ресурсам полный пипедантер по ресурсам, друзья. Полнейший. Вот. Просто наикрутейший пипедантер. Вот. Что-то я тут пытаюсь достать. Что-то как-то тут расчехлить. Дальше, смотри, герои. Стрелка мы вроде распаковывали. Так, вот он. Ну, смотри, мы даже можем этого, нашего эпика, да, сделать ему первую
А, вот, 50 самоцветов минус. Сделать ему первую эволюцию. Но опять же, нету, ёлки-палки ресурсов, понимаешь? Нету, ёлки-палки ресурсов. Вот у нас космо, да? Так, а это у нас тут даже получается два стрелка. А вот у нас космо. Вы тут видите ледяного дьявола, к нему мы перейдем чуть позже. Космо. Подожди, а что с кгшками у нас? У нас 25 тысяч кгшек, ну давай. Так, кошмарное. Сейчас мы тут быстро подолбим. Подолбимся, да, там в одно место подолбимся. Вот, посмотрим, что из этого получится. Короче, у нас такой лайт выпуск пельмени. Так, там 48 карточек пока тратить не буду. Волны пока тоже. Так, немножко апнем. Видишь, еще проблема в том, что давно не ходил. Знаете, куда не ходил? Я ж могу, елки-палки, ходить на третью лаву, а я туда что-то давно не ходил. И это плохо. Ну, то есть, несколько попыток уже профукал. Вот. Радует, что меня особо игроки нахрен не шлют. Видят некроса, понимают, что непростой парень зашел. Он, правда, становится все как-то странно. Ну окей, надеюсь, мы не сольемся. Ну, сегодня вот на стриме. О, елки-палки. Сегодня вот на стриме. Ну вот потому что дегенераты встали, там непонятно. Просто тупые дегенераты, которые думают, что они умнее всех. Хотя, слушай, может, и не сольемся? Нет, сольемся. Определенно сольемся. Ну, вот потому что тупые дегенераты, я не знаю, становитесь все в угол. И так команда там непонятно из чего собрана. Нет, тупые дегенераты, говорю, я встану там, я умнее всех. И вот я знаю, как лучше, я ж тупой дегенерат, бля. Просто вымораживает. Просто бесит, прям не могу. Ну все, слитая попытка цари, давай еще раз. Вот тут. Тут хватает даже просто там трех игроков, так, ну как у меня. Просто встаньте в А, ну тут зефирик. Тут проблем не будет. Вот, все равно. Вот один будет там стоять, дрочить до посинения. О, этот... Ну, тут уже даже два зефирика. Ну, что, вы скипнете? Твою же дивизию-то. Ну, тут, смотри, тут изи, да, как бы. Тут все изи. Ту-ту-ту-ту-ту. У меня же там тыквы... У меня тыквы до сих пор без эволюции, понимаете? Понимаете, сколько проблем? Сколько у меня проблем, друзья? Тыква даже до сих пор без эволюции. Так, давай. Тут у нас это все минусуется. Так, тут у нас тоже нормально все. Замечательно. Так, во. Так, надо еще в акции зайти. Еще в акции зайти, друзья. Посмотреть, а что там? Так. И надо космо прокачать. И надо уже устроить видео, там, где будем пытаться уже талант кому-нибудь наролить. Вот, определить своих основных, скажем так, героев. Потому что, ну, как бы они до сих пор без таланта. Ой, так, привет, весна. Пока весна. Привет, весна, императорская кузница. Что у нас, халявных акций, да, у нас тут особо нету. Фонарики, ну, фонарики желания, это понятно. И найди пару. А, тут даже, видишь, 2 часа еще. Так, окей, найди пару, так, кого мы еще не нашли. Ага, так, смотрим в шпаргалочку, и где этот находится, вот здесь вот находится, сейчас что-нибудь заберем, забрать, отлично, тут распределение, сколько, о, 777 самоцветов, это, слушай, это опупительно, я даже, знаешь, это, короче, ой, прям хорошо, подожди, что у нас тут? Это какой? Это мешок с эмблемой 9 уровня. У меня еще просвета так не прокачано. А, так, ну в этом видео мы уже не успеем сделать кому-то... порочный пак 9. А в этом видео мы, конечно, уже не успеем, да, сделать кому-то там эволюцию, шмуцию. Но как бы нормально. Нормально. Я доволен. Я доволен, друзья, потребляемая. Так, это у нас славы. 1000 мы заработали, да? Смотри, видишь, слизи этих нету. И как бы здесь все грустно. То есть КГшек нету. То есть очень сложно, друзья. Так, 86 коробок. Тоже я бы не сказал бы, что супер много. Вот, может даже будет вариант, что нам их и не хватит. Ну, как бы уже пора ролить. Пора ролить, хватит копить многих героев. Так. Тут тоже почтение, все заберем.
Ой, дальше, 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 друзья. Так, у нас тут все по максимуму. Раз у нас тут прибавилось самоцветов, тогда можем себе позволить сделать вот так вот. И эти здания прокачиваются. Золото у нас прокачивается. Да, долбим тогда вот эту вот хурму. 11 уровень. Так. И как бы окей. И мы становимся все ближе и ближе к шестой таблетке. С другой стороны, хочется уже эти хранилища золота, хранилища мана прокачивать. Нужно, ну, задолбало за... Ну, надо хотя бы 5 лямов, да, задолбало за каждую эволюцию, столько бабулесов платить. А у меня вон 2400. То есть, ну, тоже очень грустно. Ладно, теперь переходим непосредственно к космо. Заходим сюда, давай ему... Ну, благо, благо, что хотя бы книги есть. То есть с ними нет так проблем. Сейчас мы его долбанем на 160 уровень. Так. Этих книжек давай потратим. Сотка. Ну и как раз... Ой. Ой. Уже у нас что-то закончилось. Так. Ну, просветики. Просветики наше все, друзья. Просветики наше все. Так. И... Окей. Давай. Давай, елки-палки. Тут у нас, кстати, нормально, да, только я что-то магию не купил. Сейчас еще, может, кого минуснет. Не, нормально, 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 справляемся. Ай, Анубиса убивайте. Анубиса все убили, все хорошо. Все хорошо. Флаги, правда, никакие гильдийные не купил, это плохо. Это плохо, друзья, но ничего. Так, ну что у нас тут? Тут у нас уже неплохо. Так, значит, заходим в гильдию, замок гильдии. Вот так вот делаем, вот так вот делаем. Хотя, в принципе, я сейчас, конечно, готовлюсь, я тут беру, закупаюсь, как говорится, да, по полной программе. Но по факту, мне оно особо столько и не надо. Ну, давай, еще сходим. Здесь у нас 4... А, ну здесь уже все сложно. Тут тоже космо, я вижу космо, мне стрёмно становится, я просто обсираюсь, ёлки-палки. 125, так, это тоже не то. Ой, тут, смотри, уже огнекрыл стоит. Ну, вы серьезно? Вы серьезно? Ну, давай здесь попробуем. А где здесь 200 тысяч только? 154 тысячи. Где все золото? О, 500 тысяч. Можно, можно, ребят, побороться. Давай поборемся. Та-та-та-так. Тыква тут, конечно, особо не нужна. Мы тут можем отлететь. Ну, тут, тут Фрея. Фрея злая, но она бьет Фрея, бьет по Фрее, и это очень хорошо. Так, и тут как бы нормальненько. Нормальненько, все хорошо. Золото есть. Давай наш космо. Наш космо, елки-палки. Усовершенствовать. Давай дальше. Улучшить навык, добавить опыт. Добавить опыт. Ой, это тоже, это очень дорого получается. Слушай, ну давай тогда уже золотые книжки мы можем себе позволить. Книг у нас золотых много. Ну вот, 160 уровень. Дальше, смотри, по поводу улучшения навыка. А, ну, как бы можем вот так вот сделать, да? Можем вот так вот сделать и немножко вот этого добра докинуть. А у нас даже не хватает. Ну ладно. Так, так, так и так. Все окей. Все равно его дальше прокачивать. Плюс 200 силы. Талант, ладно, пока не дергаем. Здесь мы тоже ничего поставить не сможем. Нам тут надо 71 уровень. Это тоже нам качать и качать. Судьба. Но по крайней мере, смотри, он у нас уже, да, впереди. Это ладно, это ладно. Давайте космо мы займемся уже в другом видосе, потому что, елки-палки, мы уже тут с вами вместе 14 минут тусуемся. Смотри, по поводу линии обороны. Я специально для линии обороны качнул этого чижика-пыжика, чтобы третью проходить. Ну, побыстрее собрать осколки для сами знаете кого. Вот, но как бы нифига не получается, короче. То есть, ну сейчас я, правда, медленно всех расставил, да, ну не хватает силушки, не хватает урона, понимаешь, первая эволюция. То есть, видишь, бывали более-менее удачные попытки, когда совсем чуть-чуть не хватало, друзья, да, тут, чтобы тут их всех расфигачить.
Но вот сейчас реально не хватает мне этого добра. Так, давай вот так вот. И вот так вот. Все. Ну, то есть надо как бы вот качну космо, тогда уже плюс он будет тормозить. Ну, потому что что-то у нас этот ледяной дьявол не справляется. Но бывало помогал, бывало очень круто. Нам буквально чуть не хватало. Здесь они проходят, им вообще на все пофигу. Ну, как бы ледяного дьявола буду там докачивать, может, смотреть, что там, как. Вообще, подскажите, какое ему умение минимальное надо, потому что я ему сделал шестое. По сути, ему надо... Надо ему побольше, да, добра, но пока что мы этого себе позволить не можем. Ну, хоть тут уже накопилось попыток. Ждем, как бы, ребят, хорошую халяву от разработчиков. Нет у нас сегодня набора за один самоцвет. Нет, набора у нас за один самоцвет, к сожалению. К сожалению, нету, да. О, Леди Боу продают. Пакет на... Причем, смотри, за 18... А, ну за 18 тысяч сразу 5. Вот, пакет накопления. Опять же, это все не для пельменя. Тут тоже все очень грустно. Все везде очень грустно. Короче, Ребзя, жду ваших советов в комментариях. Как дальше развиваться? Не забываем вступать в дурку. Хотя мест свободных нету. Но мы постоянно кикаем тех, кто не проходит битву гильдии. И обратите внимание, мы уже в топе без доната на 302 месте. Идем в топ 100. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.